Heaven on Earth. У вас наверняка еще остался запас хвалы. Давайте слева направо, из передних рядов до задних и балконов, там, где вы еще ближе к Богу, и в Притории, и в Блумфонтейне, радостно прославим Бога всей земли. Аллилуйя! Сегодня с нами в прямом эфире зрители канала One Gospel, а также каналов ТБН и ТБН Россия. Аллилуйя! Мы по-прежнему проповедуем Евангелие в России каждую неделю. Поаплодируйте всем этим людям. Наши сердца с вами. Мы молимся с вами и посылаем вам много-много любви из Южной Африки во имя Иисуса. Воздайте Богу славу. Пусть Бог благословит вас. Аминь. Сегодня Бог на этом месте. Это будет совершенно невероятный вечер после удивительного дня. У нас остался только один день. Что вы на это скажете? Не слишком грустно прозвучало. Я дам вам еще один шанс, иначе в следующий раз мы сократим неделю мечты до одного вечера. Вы возмущались намного громче, когда пастор Сэм Родригес хотел порвать Библию, хотя вы ее не читаете. Впрочем, мне не стоило так говорить. Спасибо, доктор Гудвилл, за потрясающее послание. Мы никогда такого не слышали. Спасибо всем старшим пасторам церкви CRC. Даю всем вам 5. Приветствую всех национальных лидеров и пасторов. Мы любим и уважаем вас. Хочу почтить сегодня Джона Рейберта, пастора церкви «Избери жизнь». Он удивительный пастор. Он настоящий пастырь для пасторов. Мы любим вас. Я восхищаюсь вашим отцом. Сегодня он наблюдает за нами с небес. Он сыграл важную роль в моей жизни. Он истинный муж Божий. В этом нет сомнений. Когда Бог направляет вас в определенную сторону, он всегда кого-то использует для своей цели. Да, так и есть. До встречи с его отцом я уже принял определенное решение, но вдруг его отец положил руку мне на сердце и сказал: «Эд, я понял, что со мной говорит Бог. Дух Божий говорил через него». Он положил руку мне на сердце и сказал: «Не обманывай. Не обманывай свое сердце. Бог любит вас. Бог за вас». И это будет ваш год, год удивительного, устроенного Богом прорыва. Скажите «Аминь», если вы верите в это. Телезрители, вы тоже можете воздать Богу славу. Выбирайтесь из своего кресла, вставайте со своего дивана или кровати и воздайте Господу Иисусу громкую хвалу. Топайте так, чтобы соседи снизу вышли из себя. Воздайте славу Богу, чтобы в квартирах сверху тоже услышали. Во имя Иисуса вознесите свою хвалу. Сегодня небеса сходят даже через объективы телекамер. Сегодня Бог совершит что-то великое и невероятное в вашей жизни, потому что Он ваш личный Бог. Добро пожаловать в города Южной Африки. Я так рад, что сегодня вы здесь. Сегодня у нас на неделе мечты мой прекрасный друг. Он был настоящим гангстером. Он даже расскажет свое свидетельство, если захочет. Затем он радикально получил спасение, и теперь у него удивительная церковь в Лос-Анджелесе. Не хочу рассказывать слишком много об этом. В начале года я проповедовал на их конференции, и там было очень большое количество людей. Было много латиноамериканцев, много афроамериканцев, много метисов различных национальностей. Все они сидели и слушали.
Многие из них были теми, кого обычно сторонятся, но эти братья пришли из реального мира. Они не понимают мягкого, тактичного христианства, и все эти люди спаслись. Если вы спасены, а вы знаете это, мои дети благословлены тем, что выросли в христианской семье. Я всегда рассказывал им, что сделал Бог в моей жизни. Я заблудился, и Бог спас меня. Одно поколение всегда учит другое поколение. Мой друг, как глоток свежего воздуха в Америке, он проповедует не только то, что нравится людям вроде популярных тем дня. Он проповедует Слово Божье прямо, безапелляционно и бросает вызов культуре и тенденциям. Его церковь растет с феноменальной скоростью. Ручаюсь, что вам всем хотелось бы иметь такую поддержку. Давайте встретим аплодисментами. Впервые в Блумфонтейне и Притории на этой конференции проповедует пастор Джейсон Лозано. Братец Карлито! Поприветствуйте его своими аплодисментами. Лос-Анджелес очень далеко отсюда. Аплодируйте ему. Дух Господа на мне. Я пришел объявить, что у меня есть слово для вас, церковь, прямо от Господа. Да, именно так. Прямо от Господа. Вы не совсем поняли, но все в порядке. Одно слово от Бога может изменить абсолютно все. Скажу еще раз, Дух Господа на мне. Еще раз, Дух Господа на мне. У меня есть слово от Господа. Кто-нибудь, скажите аминь. Спасибо вам, пасторы. Пастор Дон Филлипс призвал нас сегодня быть воинами. Сколько сегодня воинов в Доме Божьем? Доктор Гудвилл Шанна, вы озвучили мое послание. Наша церковь называется «Свобода». 20 лет назад у меня произошла встреча с Богом. Бог сказал мне пойти к фараону моего города и сказать ему, что его время вышло. Ему придется отпустить Божий народ. Кто из вас верит, что время фараона вышло? Давайте вместе. Кто верит, что время фараона вышло? Еще громче. Ему придется отпустить Божий народ. А воздайте Богу славу, если верите в это. Пастор Сэмюэль Родригес, мой хороший друг и удивительный Божий пророк. Как здорово было вчера и как чудесно было сегодня. У меня две любимые церкви и два любимых пастора в мире. Сейчас они находятся в этом помещении. Я сейчас как ребенок в магазине сладостей. Я так счастлив. Я летел 2 дня, чтобы оказаться здесь. Не то, что проповедовать, но чтобы просто оказаться здесь. Люди ходят по соседним улицам и не заходят сюда. Я этого не понимаю. Я этого совсем не понимаю. Гордость опасна. Иногда мы не чтим так, как должны чтить. Кто-то путешествует 2 дня, чтобы оказаться здесь. Не проповедовать, а просто быть здесь. А кто-то не может дойти пешком. Дьявол лжец. Кто из вас благодарен, что находится здесь сегодня? Так вот, у меня 2 любимые церкви и 2 любимых пастора. Этот муж Божий выглядит так, словно живет у меня по соседству. Он классно выглядит. Это пастор Рассел Эванс.
Я люблю вас, чту и благодарю Бога за ваши отношения. Я восхищаюсь вами, и для меня честь называть вас другом, пастором и лидером. Он единственный, кто может подшутить надо мной, а я ничего не могу с этим поделать. Второй, тоже муж Божий. Услышав его впервые, я подумал, это про всю мою жизнь. Я должен сюда попасть. Он как я, только больше. Мне нужно накачать такие мускулы. Я всерьез занялся своей физической подготовкой. Да, Господь, все получится. Вы генерал. Настоящий генерал. Вы часть нашей семьи. Мы молимся за вас. Мы видели все, что вам пришлось пережить. Это было неправильно. Но Бог может все исправить. Вы все так же стоите за этим святым алтарем и противостоите не физическим властям. Мы все знаем, что эти власти в духовном мире. Вы сражаетесь добрым подвигом. Я здесь, чтобы объявить, что Бог воздаст вам. Я люблю вас. Я люблю вашу семью. Вперед, генерал! Я лев, но маленький лев, а он большой, настоящий лев. Прославьте Бога и воздайте Ему славу. Что ж, вы можете садиться. Отпусти мой народ. Брат, ты зажег меня. Я чуть не стал бегать вокруг здания. Сегодня хочу поговорить с вами на тему, которая есть у меня на сердце. Исцели нашу землю. Исцели нашу землю. Господь, нам нужно, чтобы ты исцелил нашу землю. Кто из вас может помахать рукой и сказать, «Бог, мне нужно, чтобы ты исцелил нашу землю»? Нужно, чтобы он исцелил землю Южной Африки. Нужно, чтобы он исцелил землю Африки. Мне нужно, чтобы он исцелил землю Америки. Нам нужно, чтобы он исцелил землю Австралии. Нам нужно, чтобы он исцелил наши народы. А что насчет земель наших семей? Земель, которые дьявол украл за последнее время. Кто хочет, чтобы Бог исцелил и восстановил все, что дьявол украл из вашей жизни? Просто скажите, Господь, исцели нашу землю. Воздайте Богу славу, если верите, что так и будет. Мы можем принять исцеление нашей земли тремя путями. Мы можем смириться перед Господом тремя способами. Во 2 Паралипоменон 7.14 сказано, «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Кто верит, что Бог способен исцелять земли? Южная Африка, мы подошли к помазанию прорыва. Отец, благослови наше время. Принеси свое помазание. Принеси свою силу и принеси нам великое освобождение. И главное, пусть все те, кто далек от Тебя, Отец наш Небесный, придут сегодня домой во имя Иисуса. И все, кто с этим согласен, скажут еще раз «Аминь». Здесь мы видим Божью стратегию исцеления народов, исцеления семей и исцеления любого вида земли в нашей жизни. Ключ — это смирение. Бог очень просто объясняет это в Писании. Мы можем смириться тремя способами. Если мы смирим себя перед Господом, тогда Он услышит, Он простит и Он исцелит. Скажу вам вот что. Когда Бог решил исцелить и восстановить,
Ни дьявол, ни система, ни структура, ни правительство, ни какой-либо план не смогут помешать силе всемогущего Бога. Спросите фараона, который пытался помешать силе Бога. В итоге он был стерт с лица земли. Поаплодируйте Богу, который решил исцелить. Когда Бог решил исцелить, никакой дьявол из ада не сможет остановить всемогущественную силу Бога. Закричите, если верите, что это истина. Первый способ смирить себя через молитву ходатайства. Богу по-прежнему нужны мужчины и женщины, которые встанут в пролом. Тогда Бог сможет осуществить свои планы на земле. Иезекииль писал: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее». И грустный итог. Но не нашел. Никто не хотел посвятить себя молитве и духовной войне. Никто не захотел стать в проломе. Все слишком заняты, слишком религиозны. У нас могут быть разные приоритеты, но церковь, если мы хотим, чтобы Бог совершил исцеление, нам нужно поднять нашу молитву, ходатайство на новый уровень. Церковь, мы молитвенники. Вы скажете на это аминь? Иакова 5:16. «Много может усиленная молитва праведного. Бог отвечает огнем. Бог — это Бог силы. Но Ему нужно, чтобы мы встали в пролом и молились за нашу землю. Я размышлял о силе молитвы в моей собственной жизни. Мою маму зовут Вирджиния. Я был диким ребенком. Пастор Эд был прав. Я был диким, несносным ребенком. Я вырос в семье, где процветало насилие. Не то чтобы мне грустно об этом говорить, я просто благодарен, что остался в живых. Вы можете посмотреть на того, кто фактически воскрес из мертвых. У меня было меньше всего шансов оказаться здесь. Но Бог богат милостью. Аминь. Я сказал, что Бог богат милостью. Аминь. Я чувствую, что обращаюсь к кому-то лично. Когда я был маленьким мальчиком, мой отец бросил меня. Мне было всего лишь 6 лет. Меня воспитывал отчим. Он проявлял жестокость каждый день. Каждый день, целый день. Физическое насилие — это ужасно. Моя сводная сестра надругалась надо мной. Это было плохо. Но, честно говоря, хуже всего был склад ума, который у меня сформировался. Слова формировали мой образ мышления. Они сделали из меня жертву. У меня была психика жертвы. Я был один против целого мира. Я стал злым и жестоким. Я стал известен в городе как крупный наркоторговец и очень плохой человек. Не знаю, какими словами можно это сейчас назвать. Надеюсь, вы поняли. Я стал отвратительным. В конечном итоге я стал одержимым. Я был похож на маньяка. Никто не мог меня удержать. Тюрьмы меня не могли удержать. Консультанты не могли мне помочь. Я был безнадежным. Моя мать родилась свыше, получила спасение, начала ходить в церковь. Проповедники говорили: если у вас проблема, найдите обещание Бога, встаньте в молитвенный пролом и молитесь, и верьте Богу, сила Божья совершит чудо. И все начали молиться. Я немного посвидетельствую, хорошо? Все начали молиться. Через какое-то время моя мама познакомилась с мужем Божьим. Сегодня они оба пасторы нашей церкви. Поженившись, они встали в пролом за меня. Они молились за мои двери и окна. В 4-5 утра, когда они просыпались, я не спал, потому что всю ночь ездил по городу и продавал наркотики. Не судите меня, Южная Африка. Так вот, они долгое время молились за меня с верой. Есть люди, которые не верят в духовный мир и демонов. Я верил в них еще до того, как стал христианином.
Я говорил с дьяволом, как с другом. Он обучал меня. Я честен, потому что мы одна большая семья. Говорю, как есть. Однажды я сидел в своей комнате. В это время мама молилась за меня. Вдруг я увидел дым, который шел из-под двери. Я знал, что он вот-вот коснется меня. Такова была сила молитвы. Я понял, что если он коснется меня, он лишит меня сил. Но в моем бизнесе нельзя быть слабым, меня убьют. Но мне кажется, когда я спал, молитва покрыла меня. Я обращаюсь к отцам и матерям. Продолжайте молиться за своих детей, за свои семьи. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь в молитве за народ. Не сдавайтесь. Дьявол лжец. Мы должны молиться. Мы должны молиться до победы. Крикните «Аминь», если верите в силу молитвы. Моя мать и отец продолжали за меня молиться. Они молились и молились, но казалось, ничего не происходит. Они не знали, что в то же время я стал объектом охоты так называемой мексиканской мафии. Они хотели свести со мной счеты. Они хотели уничтожить и моих друзей, и меня. Друзей убили одного за другим. Я был следующим. Несколько раз я убегал. Это была война. 90-е годы, бунты и погромы. Я находился в самом эпицентре этой войны. Меня арестовали прямо в доме моей мамы за хищение средств. Мне грозил срок 10-15 лет, но мама продолжала молиться. А они молились с отцом. Такого не должно было случиться. Но скажу вам вот что. Когда вы молитесь, сначала становится хуже и только потом лучше. И на то есть причина. Знаете какая? Когда дьявол уходит из ситуации, он начинает биться в конвульсиях, чтобы отвлечь вас и показать, что ничего не помогает. Не смотрите на его конвульсии, он уйдет. Хочет он этого или нет. Сегодня дьявол уйдет во имя Иисуса. Кто-нибудь, прославьте Бога за то, что у вас есть сила молитвы. Славьте Господа! У моей мамы была молитвенная группа. Вот почему мы должны изолироваться. Эта группа состояла из 6 женщин. Моя мама обзвонила их и попросила молить за Джейсона, потому что дух убийства хочет его уничтожить. Они не знали, во что я ввязался, но они были правы. Накануне моего ареста бандиты ворвались в дом моей матери, чтобы найти меня. Они выломали двери, разбили посуду. Казалось, ничего не помогает. В такое время ваша вера в Бога и вера в силу молитвы должны быть непреклонными. Моя мама сидела под прицелом, пока бандиты обыскивали весь дом с криками: «Где Джейсон?» Он продал наркотики копу под прикрытием. Мама в слезах смотрела на моего отца и сказала: «Дьявол лжец, все мои дети будут служить Господу. На моих детях будет великий мир. Мои дети вернутся домой после своих блужданий. Матери, отцы, церковь, мы должны молиться за наши семьи, мы должны молиться за наши города, мы должны молиться за наши народы. Не верьте лжи, что у молитвы нет силы. Молитва разрушает дела врага. Если вы верите в это, закричите «Аминь». Крикните. Крикните, если вы продолжаете молиться. Через 2 недели Бог сотворил чудо. Меня выпустили из тюрьмы. Я не знаю, как это произошло. Мне было так стыдно. Мама пригласила меня на христианский концерт певца по имени Кармен. Сейчас он уже с Господом. Как он завоевывал души, это было великолепно. Мама спросила: «Хочешь пойти на концерт?» Я ответил: «Мне так плохо. А там так много света». Да, много света, конечно. Если бы она сказала, что концерт христианский, я бы не пошел. Я согласился только потому, что именно мама позвала меня посмотреть на Кармена. Я обращаюсь к кому-то из вас сегодня. Непременно приглашайте своих неспасенных близких. Мы будем собирать урожай и возвращать те души, что украл дьявол. Вы скажете на это сегодня «Аминь»?
Я пошел на концерт. Рядом со мной была моя девушка. Я был нетрезв, она тоже. Это был отличный концерт. Мама была права. Было много света. Кто знает, что молитва действует? Кто знает, что молитва действует? Я прямо чувствовал, что моя мама молится. А потом Кармен вынес на сцену демонов. Это были духи алкоголизма, духи гнева и ярости. Поначалу я думал, что этот Кармен совсем как я. Мне казалось, что ему тоже нравится драться. В духе мне по-прежнему нравится бороться, но теперь я борюсь не с людьми. Теперь мы боремся с дьяволом. Это тоже не шуточная схватка. Так вот, Кармен вынес на сцену разных демонов и стал с ними сражаться. И вдруг со мной произошло что-то просто безумное. Сила молитвы начала действовать. Ни с того, ни с сего. И это меня напугало. Я разом протрезвел. Я никогда не был таким трезвым в своей жизни. Невозможно стать настолько трезвым в один миг. Этот процесс обычно занимает пару дней, а я протрезвел в один миг. И я почувствовал то, что искал всю жизнь. Я ощутил любовь моего небесного Отца. Я сказал, это то, что мне нужно. Я встал со своего места. Я побросал все свои наркотики, пистолеты и оружие. Я вышел к алтарю и отдал свою жизнь Богу. В тот же миг сила молитвы исцелила нашу семью, исцелила нашу землю. Продолжайте молиться, продолжайте поститься, продолжайте исповедовать, продолжайте жертвовать, продолжайте верить, потому что Бог — это Бог, который отвечает огнем. Кто-нибудь крикните «Исцели нашу землю!»